Здравствуйте, друзья. Вы видите налет городских на сельскохозяйственную местность. Это уточки. Ой, да. Ты смотри, как интересно. Если бы они все четыре туда прыгнули одновременно. Курочка ряба, это курочка ряба. Да, вот мама, курочка. Мама, курочка ряба будет. Курочка ряба. А что она лежит-то? Я не понял. Она отдыхает, она выкопала ямку. Такую. Просто балдеет, как бы. Да. Так, Сашенька, объясни мне, что ты делаешь этим фотоаппаратом большим, красивым? Фотографирую. Природу. И уточек, и курочек. Так. Но клубнику ты будешь тоже снимать или только кушать? И кушать и снимать буду тоже. Надо сказать, что уточки произвели большое впечатление на полуторагодовалую Наталью. Ой-о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 й. Морковка, друзья. Она так уже, можно сказать, выглядывает там из земли, выросла. Так, ну вот, друзья, мы на клубничной грядке. Это на самом деле цель как бы нашего путешествия. Мы еще капустки, морковочки, ну там, как положено. Тоже. Ну, смотрите, как. Красавицы такие. Вот. Ну и молодежь тоже, чтобы приобщалась. Для них это такое более редкое событие. Видите, мы дожили до таких времен, когда на курочку посмотреть целое событие, знаете. Да. Цветов много. До октября совершенно спокойно здесь. И на самом деле даже в январе и феврале тоже есть. Ягоды, может быть, не так много. Оно цветет круглый год. Целиком ее, да? Или... Ой, хорошо. Наталья, на меня посмотри. Сейчас. По очереди мы снимаемся. Оп. Но хоть вкусные ягодки-то, она... Не удается ее снять. Она от меня спиной все время. Да, молодец. Вот у нас клубничка. Это наш урожай. И там пришли какие-то курочки к нам подружиться. Сейчас мы посмотрим. Вот, друзья, какие-то пеги, курки пришли к нам сюда дружить. Ба! Да, Наташенька, да, это курочки. Не ба, а хай. Ку-ку-ку. Почему? Ку-ку-ку. Она говорит им бай. А я крысу вижу. Друзья, видели ли вы когда-то такую концентрацию курятины на одной половине квадратного метра? Вы посмотрите, какие красавцы тут разгуливают. Саша, аккуратно, чтобы она не ударила. Вот. Да, да. О, не надо руками ее трогать, не надо. Надо трогать. Не надо курочек руками. Да, это, друзья, молодой чесночок. Молодой американский чесночок. Хотите взять чеснок? Инструмент нам дали. Это чтобы землю разрыхлить вокруг морковки. Давай. Ну, давай вон ту морковку большую, красивую, да. Рыхли только сверху вниз. Только на нее не попадет. Да, морковку не вредим. Так. Отлично, давай. Слушай, тяни, Саша, тяни. Вот так, смотри, втыкаешь и проворачиваешь. Да, послушай, да. Тяни рукой уже достаточно. Тут много начальников, знаете, одна Саша. Оп! О. Неплохая морковка. Да. Ты знаешь что? Не надо очищать. Рядом еще одна, смотри-ка. Где тут что? Да, давай, просто бери рукой, она не надо ее рыхлить, она уже готова. Давай, давай. О! Там все больше и больше. От недели к неделе, но там. Ну, морковка растет. Пойдем искать еще что-нибудь красивое. Давай, Саша. Вот тут две морковочки я вижу. Так. Рыхлим, рыхлим. Молодцом. Я думаю, они уже готовы к изъятию. Давай. По одной. Ну так, тихонечко, расшатывай. Расшатывай. Ага. Окей. Ну-ка. Мне хочется быть как Мишкин заяц, который. Что такое морковь? Мишкин заяц? Ну, из Маши и Медведь. Он берет морковку без всякой штуки. А почему достать. Мишкин-то, я не понял? Ну, тот, который Мишкины морковки крадет. О, шикарная морковка. Давай, давай вторую. Вторую давай. Так, морковь удалась. Удалась морковь. Давай. Я думаю, ты можешь уже просто рукой ее. Давай, я ее рукой возьму. Я сама. О,